Чё, бля? Это Иван Зола? Чтобы вы понимали, я только проснулся, я сейчас даже вот чай пью с тортиком. Потому что поесть не успел, извините. Пожелайте приятного аппетита, и вам тоже приятного аппетита. Грузит. Еба! Вибратио. Что? Сейчас посмотрим, какие новые детальки появились, но вроде бы из деталей... Из досок никаких почти. Но если только по цветам новые добавили. Я имею в виду прям из новых-новых. Ебать. А это было разве? Этого не было. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все, это мой фаворит, пацаны, я это беру. Вот по колесикам, смотрите, ебать. Колесики красивые, я вах. Так, ну вот это явно, если по тени собирать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это что за колесики такие интересные? Вот это прикольно, но я, наверное, выберу вот это. Потому что они напоминают колеса Никиты Русакова. О! Ёбаный. Ребята, у меня вот точь-в-точь такие грипсы, нахуй, чтобы вы понимали. Берем. Давайте сразу тестить новую карту, пацаны. Чё, бля? Это Иван Зола? Это Иван Зола, блядь! Пацаны. Погодите, мне одно интересно. Ага. Погодите. Ладно, я сейчас не буду кое-что проверять. Мне кажется, все догадались, что я хочу проверить. Я просто хочу сообразить, вот как без подсказок включить это. Кстати, Брай... пофиксили, нихуя. Брай реально пофиксили. Погодите. Просто хочу понять кое-что, ну, как бы, кое-что интересное такое. Блять! Кто скажет, что это не имба, они умрут в аду, вот. Стойте. Смотрите, как они доработали окружение. То есть, посмотрите, какие там улицы. Нет. Я хотел проверить... Ой-ой-ой, переулка какая в Сочи. Бля. Давайте новый спот затестим. Как новый? Так, давайте проверим споты, как они переделаны. Я вижу, как выглядят грани, это божественно, ребят. Так. Короче, ребят, это просто замечательная обнова, я ее ждал. Сейчас, где-то через часик, сейчас пока отдохну и пойду записывать прям лютый профайл. Вау, вау, вау. Бля, пиздец. Хорошего дня всем, ждем следующей обновы, потому что она выйдет совсем скоро. Всем пока.